Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми з вами працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами дізнаємось, чи легко працювати над собою разом з нашим сьогоднішнім гостем, інструктором з йоги В'ячеславом Кам'янєвим. В'ячеслав, здравствуйте. Давно вы у нас не были в студии, мы очень рады видеть вас, и я надеюсь, что и телезрители тоже обрадуются нашему сегодняшнему гостю, инструктору по йоге В'ячеславу Кам'янєву. И я думаю, вы заметили, что наша студия снова преобразилась в такой своеобразный мини-спортзал, потому что сейчас мы с вами будем выяснять, легко ли работать над собой. Кто-то из великих когда-то сказал, самая сложная победа – это победа над собой. Вячеслав, себя можно победить? Самое главное, чтобы ты, дорогой телезритель, не просто услышал эти слова, дальше пошел пить чай, и на этом все закончилось. Самое главное, чтобы ты начал что-то делать с этим. То есть, прямо здесь и сейчас делать? Здесь и сейчас, вместе со мной, на коврике. Первое. Работать над собой. Самая сложность в этом, что, как говорил один из моих когда-то преподавателей, фокус внимания, на что человек ориентирован. Вот здесь система приоритетов идет, то есть чего, на что мы нацелены. Это как привычка. То есть если мое сознание, все мое внимание, вся моя энергия нацелена на работу над собой, на изменение себя, то, собственно, вся жизнь, все события, ситуации, люди, все будет складываться таким образом. То есть все элементы, мы все как элементы в этом мире. То есть был период в жизни, как я встретил вас, да, то есть меня пригласили сюда. Это тоже работа над собой. Мне было сложно прийти сюда, смотреть глаза вам, телезрителю. Что, так сильно боялись, то есть, Вячеслав? Там страх общественного выступления какой-то был определенный. Человек либо он сидит в зоне своего комфорта и говорит, я не хочу ничего менять, все виноваты. Либо он идет как бы навстречу к кому? Навстречу к себе, навстречу к Богу. То есть меняя себя, выходя из каких-то ситуаций. То есть все вот здесь на самом деле. То есть вот в этом и суть. Я пытаюсь донести телезрителю, что суть в привычке. Просто у нас часто формируется какая привычка? Привычка, то есть все плохо, все там, кто-то идет заедает, кто-то говорит там, дядя Степа виноват, сосед там 1000 гривен не отдал, там кто-то спивается, кто-то еще. То есть, когда идет первый импульс, там недовольство, вот вы проснулись утром, вот, ну что-то вот просто вот на душе, как там говорят, кошки шкребут или как. То есть в этот самый момент не потерять, вот, поменять эту привычку. То есть не опускаться. Поменять привычку, просыпаться в плохом настроении, Вячеслав? Поменять привычку плохих мыслей, то есть что-то внутри не ладится, остановить этот импульс, как бы поменять выключатель на позитив. А в этом все способы хороши. Да, легко сказать, поменять плохое настроение на хорошее, Вячеслав. Ну, надо преодолевать, Вячеслав, что-то в себе. Для меня было преодолением прийти, вообще выступать перед людьми, для меня было это в определенный момент сложно. Чем дальше я к этому иду, тем мне становится это легче. Потому что самое главное, с каждым днем растет что? Принятие. И принятие – это есть понимание, что на все есть воля Бога. То есть, если человек вдумается в суть этих слов и начнет их применять к себе, то жизнь становится намного легче. То есть, границы расширяются? Расширение сознания. То есть, что такое расширение сознания? Это, ну, понимание того, что на все есть воля Бога. Это не за один день, когда человек там, ты проснулся, ты вот все, снизь ему важность, на все есть воля Бога. Это сложно, это процесс. Процесс жизни, в котором мы живем. Потому что мы начали с тех слов, что что такое работа над собой. Это в первую очередь, как по библейским мотивам, это покаяние. Просто у нас понимание покаяния, там, пришел, там, попу, там, помолился, прости за все, все, все грехи сняты. То есть, вот немножко неправильное понимание. Вообще, зачем люди в церковь ходят? Я не буду брать там все религии или вообще, то есть, там, суть. Мы идем в церковь, мы просим, или мы просыпаемся, мы просим молитвы там, или идя в церковь у Бога что-то. Там здоровье, денег, там, все побольше. А что, можно самому взять? Здоровье, денег? Просить не надо. Надо просто, как бы, суть молитвы – это уединение, то есть Творцом, соединение, то есть это накопление любви в душе. Тогда рождается спокойствие и уходят многие проблемы. А йога помогает вот, йога соединяться помогает и во всем. Уединяться сам в себе? Самое главное, что делает для меня йога, в первую очередь, да, я буду говорить конкретно за себя, потому что я считаю, что человек должен давать ту информацию, не та, что написано где-то в книжке или в интернете, или еще где-то, а то, что он применяет лично для себя. То есть я говорю тебе, телезритель, то, что работает лично для меня. То есть я сделал себя, чем ты хуже, давай меняйся.
начни заниматься йогой. То есть суть йоги, что когда человек начинает заниматься постоянно йогой, и это становится процессом, то он как бы подключается к какой-то, я не знаю, невидимой силе, которая начинает воспитывать его характер. То есть привычки в еде меняются, мировоззрение, постепенно человек начинает меняться. То есть идет процесс развития. Развитие, саморазвитие или развитие, называйте его там, как хотите. То есть изменения идут. Самое главное, через йогу мы меняем мозги постепенно, воздействуя. Вот так вот через меняется йогу тело, мозги. И самое главное, то есть в любом случае работа с телом, с умом, она ведет к тому, что ваша душа начинает чаще улыбаться, радоваться, испытывать счастье. А счастье – это соединение с Богом. Друзья Видите, мои, ну давайте не будем терять времени и начнем сразу преображать и душу, и мозги заодно. И что нам далеко ходить, если вот настоящий йог сидит рядом с нами, который знает, как делать и что делать. Вячеслав, ну давайте вот сразу сейчас телезрителя. Вы сказали, вот телезритель, да. Начинай. Ну, надо ж показать телезрителю не просто так, что вот сидят и все. А по-честному, хорошо. Мы все делаем по-честному. Телезритель уже... Понимаете? Все по-честному. Вместе со мной, вместе в прямом эфире, уже. Кстати. В прямом эфире. Сегодня я покажу Сурья Намаскар еще раз. Это универсальный комплекс. Для всего подходит. Кто делал, знает уже. Просто суть немножко мы изменим его с дыханием. Добавим циклы дыхания. Потому что дыхание помогает там восстановлению внутренних органов, снимает спазмы, болезни, в общем. А еще раз, Сурья Намаскар это что? Приветствие солнцу, комплекс Сурья Намаскар, приветствие солнцу. Его есть разные интерпретации, то есть я дам ту, которая работает лично для меня, работает для моих людей, которые ходят ко мне на йогу, моих верных, я называю, мои верные. Поэтому, то есть, перед тем, как делать Сурья Намаскар, хорошо размяться немножко. То есть, если ты немножко знаешь, то есть постоять там в прогибике, подышать немножко, хорошо разогрето. Можно поприседать там, я не знаю, 20-30 раз, хорошо. Поставить немножко на отклоне перед комплексом, если у тебя еще тело не совсем подготовленное, да, то есть какие-то элементы там. Просто физкультуры поделать перед Сурья Намаскар. Поразминать ручки. Так ручки. Просто нельзя сразу начинать, ну, да? Можно начинать, если тело не совсем подготовленное, то есть там, чтобы не было какой-то травмоопасности. Тогда приветствие солнцу получится неудачным. Ну, может получиться, я предупреждаю это заранее. Поэтому, то есть, комплекс, стали на начало комплекса, потянулись, наклон, вдох делаем, выдох, вдох, 30 секунд, наклон, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, собака морда вниз, выдох, вдох, выдох. Планка, вдох, выдох, вдох. Чатуранга, выдох, вдох, выдох. Собака вверх, вдох, выдох, вдох. Собака морда вниз. Выдох, вдох, выдох. Левая нога, шаг вперед, вдох, выдох, вдох. И наклон. Выдох, вдох, выдох. Потянулись, вдох. Выдох, вдох, наклон, выдох, вдох, выдох, правая нога назад, вдох, выдох, вдох, собака, морда вниз, выдох, вдох, выдох, планка, вдох, выдох, вдох, четвертый, выдох, собака вверх, вдох, выдох, вдох. И собака морда вниз. Выдох, вдох, выдох. Правая нога, шаг вперед, вдох. Выдох, вдох. И наклон. Выдох, вдох, выдох. Это один цикл мы сделали дыхание. Самое главное делать вдохи и выдохи через нос и с правильным дыханием. Тот телезритель, который уже смотрел наши передачи, или который занимается йогой, знает, что такое правильное йоговское дыхание. То есть мы делаем... Давайте напомним еще да. телезрителям, правильное йоговское дыхание. Правильное йоговское дыхание делается как бы животом, активные вдохи и выдохи. На вдохе живот надувается, на выдохе живот сдувается. Вдох, живот надувается, выдох. Задача, когда мы так дышим, мы заставляем диафрагму расширяться. То есть идет более... Глубокое наполнение кислородом. То есть, а кислород это участвует там в процессах разных, то есть тоже очень благоприятно влияет
на наше состояние. И я не зря показал сегодня Сурья Намаскар, потому что мы говорим о понимании работы над собой, да, то есть там о том, что происходит сейчас с людьми, там количество стрессов, депрессий. То есть при сильном стрессе у человека что происходит первым делом? У него спазмируется то, что адреналин, то, что длительная депрессия, стресс, он приводит к спазму. То есть стресс, там страх, да, то есть страх происходит определенный у людей. Это спазмирование идет. Спазмирование идет сосудов. Поэтому на планете Земля, да, сейчас у нас у людей какая самая большая проблема? То есть если по всей планете смотреть, это проблема сердечно-сосудистых заболеваний на первом месте стоит. Почему? Потому что вся планета живет в стрессе. В стрессе, в страхе, в депрессии. То есть поэтому дыхание, соединенное с физической нагрузкой, способствует уменьшению, то есть расслабление идет организма. Процесс расслабления, сосудики расслабляются по всему телу. Идет наполнение там, кислородом, энергией, там, то есть благоприятно влияет. И вот этот комплекс упражнений, Сурья Намаскар, он, приветствие солнцу, он помогает... Ну, во-первых, укрепляется ваше физическое тело, снимается спазм сосудов, потому что люди живут, как бы вот спазм идет, то есть спазмирование идет, в общем, сосудов, и это негативным образом влияет как бы на весь организм. Отсюда и пониженная, ну, то есть слабость, там, как нехватка энергии, все остальное. То есть. Вячеслав, сейчас осень, и есть два вида депрессии. Осенняя депрессия, весенняя депрессия. Бывает еще зимняя и летняя депрессия, бывает просто депрессия, бывает великая депрессия, как там в Америке когда-то была. Но остановимся давайте на осенней депрессии. То есть мало солнца, мало сил и много негатива. Вот будьте добры. Мало сил, плохое настроение. Ты понимаешь, что, в принципе, можно как-то себя взбодрить, но неохота. Я сейчас расскажу дорогому телезрителю. Начнем с того, что есть просто депрессия. Просто осенние и весенние моменты – это как обострение всего идет. Тут заметьте, у людей даже осенью, весной там хронические болезни обостряются. Потому что циклы погоды – это как жизнь и смерть, да? То есть умирание, там, начало, конец, то есть там, как циклы меняются погоды, так же самое меняются циклы там, энергетики, планет, там, все, то есть как это восходящие луны, все это, то есть это все, ну, на самом деле реально, да, там, люди обостряются на осень, на весну, там, все болезни. Суть совсем далеко не в этом. С чего бы я хотел бы начать? Как на своем примере, мне там 32 года, наверное, последние года 3-4 я только не испытываю. Вообще не знаю, что такое депрессия. Вам некогда? Мне не то, что некогда. Мне просто это слово стало уже незнакомо. И, может, я сильно громко говорю, или кто-то там не совсем будет понимать то, о чем я говорю. Потому что процесс депрессии был у меня. И куда она ушла? С позиции того, как я стал меняться, начали происходить чудеса в моем теле, в моем уме, в моей душе. То есть там я счастливый человек. Какая депрессия? Мне незнакомо это слово. В чем суть? Когда человек любит себя, то слово депрессия для него это просто незнакомое слово. Я не могу сказать, что, наверное, на 100% я полюбил себя. Наверное, меня бы уже здесь не было, я бы уже улетел в космос куда-то. А люди приходят на планету либо эгоисты, либо эгоцентристы. Вот наша задача для начала стать эгоистом. Это как определенное состояние, которое позволяет тебе учиться любить себя. Потому что вот заметьте, как люди себя ведут. Либо мы кого-то давим, либо давим сами себя, да, то есть там, как мы давим сами себя. Мы не умеем говорить «нет», да, хотя хотим, но не можем, там, нам неудобно. То есть мы где-то себя виним, чем-то ущемляем. Мы либо на кого-то нападаем, либо сами себя гнобим после этого. Я умею говорить «нет» и при этом не испытывать никаких негативных моментов. То есть я поступаю так, как бы хотел, чтобы поступали со мной. И слова обиды там, не стали незнакомы, потому что когда... Кто-то обижается на меня, это не моя проблема, это проблема этого человека. То есть потому что я окунулся 3-4 года назад в такую терминологию, как эзотерика, да, то есть там духовные течения разные, то есть там может такие слова звучат. Просто эзотерика – это наука или это свод законов определенных, которые работают в этом мире. И чем больше я постигаю эти законы, законы мироздания, то тем самым я учу воспитывать и любить себя. То есть, если мне когда-то не хватало внимания или чего-то, я начал сам себе его давать. То есть, я стал становиться эгоистом. Правильным, здоровым эгоистом. То есть, стал проще смотреть на многие вещи.
Потому что проблема, заметьте, людей. Я просто наблюдаю, да, там я сегодня еду, там курс доллара растет, там люди там в панике, еще что-то происходит. Заметьте тенденцию. Человек, который не любит себя, он всегда чем-то недоволен. Что бы он ни имел. То есть сколько бы денег вы ни зарабатывали, если вы в душе ущербен, если у вас в душе нет любви, там полно страха, обид, недовольства, осуждений, да никогда вы не будете счастливы. Это почему западная вся цивилизация вся в депрессии, Америка и так далее. Их уровень жизни в 100 раз лучше нашей, да, там, ну как бы по факту в Европе. Но там есть другие проблемы у людей психологические, потому что все сводится на самом деле к любви к себе. Так когда я люблю себя, вот эта одежда – это самая лучшая одежда в мире. Когда я люблю себя, этот воздух там – самый лучший воздух в мире. То есть чем больше у меня любви к себе, тем все то, что меня окружает, оно уже самое лучшее по природе. И по-другому быть не может. И ты это точно знаешь, тебе хорошо. Тебя тогда радует наш город, который раньше не любил, сейчас я очень люблю наш город. Ну, вот видите, вы не только уезжать. Себя любите, вы любите и город, и потом ты уже любите и жену, любить, любите да. ребенка, любите я люблю, людей. Я начинаю учиться любить людей, да, то, что было раньше, я был очень, наверное, ну не очень, но у меня было много внутри, наверное, осуждения, обид и всего остального, гордыни. И чем больше я работаю над своими качествами характера, тем больше я меняю себя, тем больше начинаю вначале примиряться с собой, в чем-то принимать себя, да, то есть там не ругать себя, не наказывать. А каждый мой день занят тем, что я на что я нацелен. А я нацелен на изменение себя. Чем больше любви у меня будет внутри, тем будет мой внешний мир изменяться. Ну вот давайте, Вячеслав, нацеливаем, друзья мои, внимание на себя. И Вячеслав сейчас еще покажет упражнения, мы попросим его, которые помогут вам нацелить внимание на себя, чтобы себя преобразить и нести в мир, друзья мои. Вячеслав, будьте добры. Сегодня еще, так как у нас тема депрессии, да, то есть там хорошо с депрессиями, не с депрессиями, вообще хорошо помогает дыхание в разных ситуациях, да, то есть это определенные техники, определенные моменты, которые, плюс если медитировать еще, то есть они позволяют просто человеку максимально отключиться от внешних проблем, да, то есть от внешних привязок, там, с разных состояний. Мы еще очень часто, заметьте, подхватываем чужие состояния, да, то есть там кто-то подошел к вам, какой-то знакомый рассказал, как ему плохо там, ты уже идешь, уже тебе вроде плохо, да, то есть там, вот, для начала хотя бы надо, это тоже как бы мастерство, да, то есть не подключаться, то есть находить постоянно, если у тебя есть радость, ее как бы максимально аккумулировать и передавать людям, а не подхватывать чужой негатив, там, переживания и так далее. Но для начала, чтобы понять, где мое же состояние, кто я на самом деле, надо научиться отключаться от других состояний. Давайте, да, Вячеслав, есть, учите. Поэтому, что я порекомендую тебе, телезритель, там, не надо ничего выдумывать. Самое простое, если у тебя есть время, встань в планку. Отстрой правильно свое тело. Так, телезрители, встаньте в планку. То есть правильная техника планки, ладошки под плечи, стопы ширина таза. И спокойно стоим, да? Подтянутая промежность, это внутренние органы, подтянутые, то есть мышцы ануса и детородных органов. Пупок к позвоночнику подтянутый, то есть поясницы прогиба нету. И плечи максимально опущены подальше от ушей. Все, и максимально стараешься тело расслаблять. Вот после так 5-10 минут. Господи, там подтянуть, там прилепить, еще и при этом расслабить тело. Ужас. Хорошо. Ты можешь менять циклы выполнения планки по 1-2 минуты вместе со мной. Попробовать подышать, да? То есть. Так, дышим. Телезрители, все, планку все, теперь сели, дышим. Давай подышим. Дыхание капалабхати. То есть очень много вариаций в интернете. Я просто скажу то, что делаю я, то, что работает для меня. Ну, лично. Конечно. То есть максимально надо выровнять позвоночник, да, сесть там, скрестить ноги по-турецки, то есть там сесть на седалищные кости, выровнять спину, плечи, при этом стараться не поднимать, наоборот, опустить максимально низ. Кого, плечи? Плечи, да, плечи, то есть, чтобы был ровный позвоночник. Так. И делаем активные выдохи животом через нос, с подтягиванием пупочка к позвоночнику. Активный выдох и пассивный вдох. Дыхание здесь я не задерживаю, то есть если а ты научишься технике, вот это вот 2-3, 5-10 минут, все индивидуально, нету какого-то момента. Самый главный позитив от этого всего, то есть то, что идет расслабление во всем теле. Если у тебя есть проблемы желудочно-кишечного тракта, поверь, если ты это будешь делать регулярно, они все уйдут. Я это точно знаю, потому что я, наверное, был самая ходячая болячка города Николаева, поэтому я обращался в все центры, лечил себя, пил антидепрессанты, все это... Хорошо, я не отрицаю медицину там или... Ну, лучше подышать, да, давайте да, еще подышим. Да,
Хорошо, давай еще подышим. Можно сделать еще цикл такой интересный. То же самое дыхание, просто менять ноздри. Да, то есть мы закрыли правую ноздрю и дышим как бы всей левой частью тела. По ведическим, по разным знаниям, да, левая часть тела – это женская, там правая часть – мужское, да, соединение. Поэтому там это как хатха-йога, да, это напряжение, расслабление, да, то есть одна часть тела как бы у нас отвечает за напряжение или за активацию, да, активность какую-то, тонус там, другая часть тела за расслабление. То есть там подыши левой ноздрёй, ты расслабишься. То же самое правой. Слушайте, а если нос забит, что делать? Он будет приходить, да, приходить. Разомнется? Да, да, да. Чтобы нос не залаживался, меньше обижайтесь, меньше испытывайте недовольство, меньше переживайте за будущее. И тогда не будет закладываться нос. А закончим это дыхание, называется дыхание Нади Шодхана Пранаяма. То есть смотри, телезритель, я тебе даю то, что реально работает. Есть очень много там воды, то, что много того, что я пробовал, то, что реально там. Вот, даю то, что вот, применимо. Здесь и сейчас. Давайте. Нади Шодха Пранаяма дышится. Тут уже акцент на пупочек, там никакого акцента. Просто делаешь легкие вдохи, выдохи. Начинаем с левой ноздри. Левый вдох. Правый выдох. Правый вдох. Левый выдох. Левый вдох. Правый выдох. Правый вдох. Левый выдох. Это один цикл. Сделай таких 24 цикла. 24? Подряд? Да. Подряд дышать? Вот это уже есть твоя какая-то работа над собой, да? То есть это что, воспитание себя. Потому что проблема того, что цивилизованное общество все идет сейчас как поклонение сознанию, да? Поклонению там каких-то ценностей, поклонению уму, да, то есть технике, прогрессу. Что нам помогает как бы снизить это? Пост, голодание, обливание, йога, дыхание, бег, то есть все то, что способствует как бы, да, нашему ущемлению или торможению сознания, то есть какие-то техники, практики, все, то есть все допустимо. Ущемление сознания, ущемление, не совсем ущемление, восприняла. То есть, это как унижение себя, да, все говорят, вот классно, пошел на речку. Ну, конечно, классно, дубак на улице, да, там морозишь, идешь как бы, то есть аскетизм, да, или как это называется более правильно, то есть ущемление каких-то, ну, своего сознания, да, ну, лучше же полежать на диванчике там под теплым одеялом, да, чем идти там, дождь идет. Ну, так это не ущемление сознания, это принуждение себя это к действию. Это не принуждение, то есть смотрите, самое главное, чтобы не было насильства. Люди спрашивают, тут там есть мясо, не есть, есть шоколад, там пить алкоголь. Я говорю, все делайте. Лично я не пью алкоголь, не курю. То есть я раньше любил очень сильно сладкое, шоколад. Я его сейчас не ем. Но это произошло не путем, как вы говорите, вот тотального как бы себя, да, сдерживания. То есть я себе это позволял в тех количествах. Просто когда мой уровень сознания, уровень мышления, то есть принятие божественной воли, то есть как бы путем саморазвития, когда я шел, то есть определенных знаний, информации, то есть повысился, тем самым просто в один момент я понял, что мне это не надо. И все. Не надо шоколада. Я его не ем, то есть, потому что у меня даже не вырабатывается рефлекс слюны, или как это сказать, да, то есть у меня нет в этом потребности, потому что до определенного момента мне это нужна была потребность, потому что шоколад, да, там это... Ну, как эликсир это, радости. Да. Поэтому у меня есть радость, она внутри, поэтому мне не нужен ваш, не ваш, а вообще шоколад. Но это должно произойти само по себе. То же самое было с алкоголем и со всем остальным. Постепенно я перестаю есть мясо. Но это не происходит путем ограничения какого-то. Это происходит путем как бы, ну, радости вначале от того, что есть. И потом твой организм подсказывает тебе, что тебе что-то не надо. То есть, прислушивайся к самому себе. Вот если подытожить нашу сегодняшнюю встречу, то один из первых моментов работы над собой – научиться просыпаться в хорошем настроении. И даже если у тебя настроение плохое, не поддаваться этому импульсу, менять эту привычку. Менять привычку. Вот сегодняшняя наша с тобой беседа была о том, что ваша задача, твоя задача, да, телезритель, менять свои привычки. Попробуй, это нелегко, я это точно знаю. Менять привычки и начинать, конечно, в первую очередь с настроения. А потом... И приходить на йогу. Я тебя жду, приходи. Да, ну и приходить на йогу, потому что, как мы сейчас, дорогие телезрители, выяснили, йога действительно
помогает на примере нашего сегодняшнего гостя, инструктора по йоге Вячеслава Каменева. И главное, чтобы не сидеть, да, Вячеслав? Да. Вот телезрители, если кто сидел, чтобы не сидели. Ну что ж, Вячеслав, спасибо вам большое. Время пролетело незаметно. Я думаю, телезрители, что вы не просто сидели, вы активно работали вместе с нами, активно действовали, потому что бездействие, оно пагубно может отразиться на нашем психическом и физическом здоровье. Будьте здоровы, друзья. Це була розмова на тему. На все добре.